В настоящее время в комиссариате полиции проводится несколько расследований по факту мошенничества. И выявляется такая ситуация, что в городе появляется время от времени люди, которые ищут, скажем так, людей, которые ведут такой образ жизни, выпивают, еще какие-то социальные действия, но они при себе как бы имеют документы, находят таких людей, их уговаривают на свое имя взять быстрые кредиты, так скажем, мобильные телефоны заключить, договора, планшетные компьютеры, интернетную связь. И они как бы, эти мошенники, обещают людям, что они будут все за это платить, ну, как показывает практика, и они не платят ни за кредиты, ни за телефоны, ни за планшетные компьютеры, они их и просто берет себе, и потом эти вещи, так как они новые, продают, или, скажем, если кредиты берет, они сразу их тратят, эти деньги. В настоящее время есть установлено несколько подозреваемых, это как бы не жители, скажем, или жители уже нашего города, они недавно появились в городе несколько месяцев назад, несколько раз они уже судимы за такие преступления в других городах. Так что хотелось обратить внимание людей, у которых, может, есть такие родственники, знакомые, упомянутые категории, которые как бы ведет такой, скажем, асоциальный или не совсем такой порядочный образ жизни, если у них вот, скажем, если как бы с ними знакомиться, им неизвестные люди просят по каким-то причинам заключить разного договора, взять кредит, обещают, что они будут платить, что у них там указывают разные причины, что у них там якобы арестованы счета. Ну, причины, скажем так, может быть разные, чтобы не попались вот на такие какие удочки, не взяли на свое имя быстрые кредиты, скажем так, не набрали мобильных телефонов, там, каких-то планшетов, так как это будет уже как бы считаться мошенничеством. Может быть, даже такие случаи, что эти организации, у которых брались кредиты, там и телефону обратиться сразу там приставы, и, скажем, если у кого там есть еще какое-то имущество, это какие-то доходы с этого будет высчитываться деньги, что вот не попались на такой крючок мошенников.